Сбежавшему в Турцию и доставленному обратно сюда, в Казахстан, экс-начальнику департамента полиции Алматинской области Серику Кудибаеву вынесен приговор. Он осужден на 10 лет. Решение суда озвучил судья областного суда Умбетай Абдилла. Серик Кудибаев после побега за рубеж сегодня был доставлен в зал суда. В начале процесса ему было предоставлено последнее слово. Выступая, он подчеркнул, что не согласен с обвинением и вину свою не признал.